Воду. Всем провели, все сделали, а, нормально. Провели всем, но не все себе провели. Да. Главный магистрат Вестер похож проведет. Да. Да вот при поддержке Александра Семеновича были выделены деньги с областного бюджета. Еще будем выделять, еще будем выделять, еще будем. Я очень надеюсь, что Наталья Викторовна вместе со Станиславом доставят нашего уважаемого великого Феликса Владимировича, и автобус будет школьный. И не только. Я вижу вас руки. Я вижу вас руки. Руки зачесались. Конечно. Я вижу вас руки так. Поэтому я буду автобус школьный, мы создадим детей в садик. У нас много детей. Давайте так сделаем. Да. Нас дуже много в садик. Нам треба когда будет сесть? Когда сесть? Нам же надо добавить в садик. Группу. Сделайте нам еще одну группу. Вот из того, который мы тогда открывали вместе. Нам надо все группу. А есть где? Конечно. Сколько денег? Сколько? Ну, миллиона полтора треба, думаю. Робити кошторис надо. Надо делать как-то. Совместное финансирование даете? Ну даем, можно амбулаторию 500 тысяч. Что же я дам? Мы сегодня амбулаторию хотим. И мы даем, скажем, 500 тысяч. Все, что можно, мы потянемся из совета, чтобы... Руслан, у нас сейчас будет 21 декабря приниматься бюджет. Мы же не можем ведь... Мы совместно, давайте тогда сейчас с администрацией вместе с вами подумаем, и тогда, может, какие-то деньги с области... Софинансировать. Очень важный момент сделаем. Вы чуете, что мы с вами даем амбулаторию 500 тысяч без разговора. Руслан, львиную долю... Я все знаю. Конечно, да что же вы говорите? Вы говорите, да. Скажите, так что приоритет, амбулатория или садик? Друзья мои. Амбулатория, а приоритет амбулатория. Все, в этом году мы покупаем. Сегодня амбулатория. Да. Все. Сегодня амбулатория. Давайте договоримся с вами так. Станислав, давайте если договоримся. Мы купим, то я при всіх людях стану на коліна і низько. Ми зараз вам покажемо ту будівлю. Станіслав, чуєте? Ви чуєте? Да, якщо ми зробимо амбулаторію, все, завершений, у нас процес завершений. Я перед вами должен стоять на колінах, тому що ви довіряєте, вибираєте і вбираєте. Смотрите. Что я предлагаю я? Поскольку приоритет является амбулатория, мое предложение, конечно, мое предложение следующего характера. Давайте сделаем смету и экспертизу на садик. Попробуем начать на нее выделять деньги. Вы занимаетесь отдельно с районом и с сельским. Хотя бы проект посадить. Но мы занимаемся амбулаторией вплотную. Да, я все. Но мы чітко амбулаторією займаємося, ми чітко. То, що ми людям не кажемо, це ще не значить. Є людям, що людям мають. Нам аби результат. Нам аби результат. Є, от і воно. Люди знають, люди розуміють, люди слухають. Да. Смотрите, смотрите, я ще раз говорю. Що надо? Гроші є тут. Ось, що надо? Просто. Це так нормально. Це наші люди. Я вас повністю підтримую, ви ж знаєте. Садик і підвоз к садику. Значить, два вопроси у нас є. Що? Говорю, садик і підвоз к садику. Ні, понятно. Тому що ми часом чоловік їздимо машинами, хто може. І другий вопрос, автобус, важливий вопрос, і автобус. Который мы говорим об амбулатории. Я правильно понимаю? Автобус и амбулатория. Вот, а садик уже другой. Автобус. Автобус, давайте будем выставлять приоритеты. Ну, автобус самый первый, потому что... Нет, мы же говорим, что все же страшно, тоже не